цифровые экосистемы здоровья. Объединяем все медицинские предприятия города в единую цифровую систему, по которой вы будете видеть всю экономику, вы будете видеть всю медицинскую составляющую. То есть реально вы сможете управлять качеством здравоохранения. Не просто там вот говорить о том, что мы улучшаем, а реально управлять и влиять. Влиять на каждого доктора семейного, влиять на каждого процесс в больнице и влиять осознанно, видеть, если какие-то проблемы прилетают, вы можете эту историю четко видеть и реагировать. С помощью экосистемы вы также можете запустить муниципальное страхование. Для этого никакие законодательные истории вам не надо там ждать, вы можете запустить, потому что та цифровая среда, которая будет, она позволяет будет видеть цифровым способом страховой компании все, что происходит с человеком. Соответственно, это существенно удешевляет стоимость полиса. Мы приходим больше по приглашениям там, где хотят это сделать, потому что мы не навязываем свою историю. Мы говорим, если город хочет стать собственником и влиять на здоровье, а вы же знаете, да, что НСЗУ, что государство платит какие-то деньги, а несет ответственность за здоровье горожан, мэр и местная власть. Поэтому если мы берем на себя эту ответственность, у нас должны быть инструменты, рычаги влиять на это здоровье. Вот поэтому, собственно говоря, мы здесь была инициатива создать в Одессе экосистему, которая объединит в себе всю медицинскую сеть города. И основная цель, которую поставил мэр перед нами, это реально улучшить качество медицинской услуги для горожан города Одесса. Соответственно, все профиты, которые мы получим в результате этого проекта, будут направлены исключительно на жителей города. В чем это будет выражаться? В том, что каждый семейный врач, который сейчас обслуживает по реформе там, определенное количество жителей, он будет иметь четкие KPI, которые будут отслеживаться благодаря экосистеме, благодаря тому, что все врачи и все больницы будут объединены в единую цифровую систему, они будут, все KPI будут отслеживаться на уровне города, на уровне департамента здравоохранения города. И теперь действительно качество медицинской помощи станет на порядок выше. В чем это будет проявляться? Да, потому что будут запущены электронные рецепты. Электронные рецепты будут подключены к единой большой аптечной сети города. Будет каждый рецепт, который выписывается доктором, будет проходить по экосистеме и анализироваться на предмет там, антибиотик. Необходимо было при этом диагнозе или не надо. То есть контроль антибиотиков будет осуществляться. Контроль будет осуществляться наркопрепаратов тоже. То есть это единая система, которая позволит нормализовать очень много процессов. Ну и, естественно, это улучшит и работу непосредственно клиник, стационаров, потому что на стационарные койки будут попадать люди, которые действительно нуждаются в стационарном лечении. Экосистема позволит наконец-то переключить всю нашу систему здравоохранения Украины с процесса лечения на процесс профилактики, потому что сейчас, к сожалению, наша медицинская система нацелена на лечение, а лечение никогда не приведет к здоровью человека. Поэтому основная цель создания экосистемы города – это, в первую очередь, чтобы люди меньше болели, заниматься профилактикой, а город должен мониторить, а как же доктора управляются этим здоровьем, то есть ставить какие-то задачи перед докторами, то есть это и есть цифровая экосистема. На первом этапе мы за два месяца, впрочем, как мы это по другим проектам делали, мы за два месяца делаем полностью экономический медицинский анализ всей медицинской сети, и через два месяца город получит первый остов цифровой экосистемы, о чем мы приедем сюда, сделаем, покажем, сделаем красивые дашборды, покажем, что город уже построил цифровую экосистему, базовую часть, которая уже позволит увидеть маршрут, увидеть деньги, увидеть услуги, то есть увидеть все это теперь не в бумажном виде, а в цифровом виде. И дальше будет проект получать развитие, потому что дальше мы будем углубляться на более низкий уровень. Мы сейчас на макроуровне сделаем цифровую историю в городе Одессе. И Одесса станет полноценно, по сути,
получит цифровую медицину на макроуровне.